Я ради себя первого играл. Оглядывайся по сторонам. Это я, Нетти. Нетти? Нетрикса. Для друзей просто Нетти. Нетрикса? Ты умеешь говорить? Ну, это долго объяснять. В общем, дело в том, что бюджеты игры решили увеличить. Какой нахрен бюджет? Ладно, проехали. Короче, мы снова вместе, и мои советы к твоим услугам. Найди побольше этих синих ребят и заставь их разговориться. Возможно, я смогу перевести, что они говорят. Ладно. Браво! И сегодня победитель... Гнар? Гранат. Я только не помню, можно ли ими пользоваться. О, надо разбиндить еще одну кнопку. Так, ну тут в домиках находится. Эта ружка стандартная тоже была над пистолетом. Типа, если зажать, там она усилена будет. Но она все равно говно. Пила. Как в этом. А, ну как да. Во втором. Патрончики здесь постарались все максимально так это сделать похожим там. Глобзор еще. Некоторые секреты сюда перекочевали. На Е он, по сути, должен предметы брать, но пока не завезли. Ну, вроде го. Найдена секретная пещера. Тут есть этот двухстолка. А, я уже забыл. Базовый секрет. Только там большая пещера была, а тут такая маленькая. Да. Этих можно убить, да? Нет. Байта, где она? Пройди через каньон. Yes, sir. В смысле? Враги только стандартные. Из. Ну, они как в сами втором, да? Mm-hmm. А. Я рада, что тебе. Нет, как в. Да, говорю... Как в HD. Ну, стандартный. Ну, вот я что и спрашивал. Они в некоторых картах стоит. В некоторых картах будут со второго сама. Такие же, как во втором. Пещерка тут немножко другая. Да, пила говно, в отличие от ножа. Это просто моделька, она как этот, как обычная пила. Против этих самых собачек. Ну, дробаши значительно быстрее стреляют, как и во втором, как и должно быть. Преодолей холм, садись на динозавра, так будет быстрее. Динозавр. Ну тут немножко обыграли, типа я там не буду там садиться. В общем, это полноценный обычный враг. А по-моему, с футболом секрет здесь, по-моему, работает. А нет, тут только рычаг есть.
Мы с Виталиком, кстати, тоже проходили на геймпадах, бля. А что тут с футболом за тема, я уже забыл. Открыт футбольный секрет. Короче, здесь ходит курочка и стоит пальма. На ней мячик был. Надо мячик просто в этот загнать в ворота, и выпадает, по-моему, 1000 мешочек, 1000 долларов. Ну все. Ну здесь так сделали. Он сальтушку сделал. Там же что пройти нужно, какой-то кубик было поставить, типа, бля. Да, это пещерка. Вот мы ее прошли, там просто ее по-другому сделали. Ну если ее доработают, так то и нет, пиздато сделать можно было. О, нифига. А эти иконки? Не, иконки не меняли. У тебя как это? Нормально отображается это все? Да. Пинг, потому что почему-то большой, но он прям четкий, ровный, стабильный, не прыгает. Я на этом с мобилой сижу. Типа Билайн может. Поменьше будет у меня лагать, когда к Сане подключусь. А-а-а. Бля, прикольно, мне нравится. Тут, знаешь, типа, блять, типа так сделано, что это прям это ностальгия или это самое, или ты про этот, в целом про второй сам, про второй сам говорю, что это самое прям этот, как сказать, а что такое? Секретка? Найден секретный супер короткий путь. А, он в игре тоже есть, только он по-другому отображается. Там в пещеру заходишь, и когда выходишь, тебе дают большого динозавра, у него там 500 хп. Но здесь почему-то вот так. Немножко со своими нововведениями. А, ну и броня здесь. Все. Так, что-то нас далековато посадили. Обезьяне, тебе надо запрыгнуть к ней прямо в... У меня от этих уровней
Очень сильно греется ноут, то есть очень много всего добавлено движущихся. Ну хотя бы отличие от Карнажа, блять, до 60 не проседает FPS. Там 9-й дирут. Там из-за этого такая хуйня. Вот они стоят, типа, все нормально. Как они начинают бежать, все, пиздец, начинаются дикие лаги. Ну, если их очень много. То есть нагрузка дикая, чтобы каждую модельку обработать в движущемся вот в этом моменте. Но это плохая оптимизация. Ну вот этот на 11-м уже работает, поэтому если бы Карнаж был на этом моде, тогда было бы похуй. Ну типа тут бы до 500-600 бы выходило на экран одновременно, и было бы как бы не особо. Ну только потом бы уже залагал, уже там после 600. О, бля. А, ну да, у меня Гнар с задержкой умер. Сорян. Так, тут есть ракетница у бассейна, можно сгонять. Вон слева от бассейна висит. Тоже стандартный секрет, только там гора повыше и ракетница выше находится. Ракетница. Эй, моя старая любовь. Скучала по мне? Озвучка. Ну, озвучил чувак. Как бы отдельно. Не, это не та озвучка, которая была во втором. Ну, прикольно озвучил. Ну, да. Мне кажется, сейчас с помощью нейросети можно еще лучше озвучить. Ну, да, эта карта давненько уже сделана. В году 20-м. О, блядь, к тебе все подъебали. Кстати, ракетница, как во втором стреляет, у нее тоже скорость ракеты полета гораздо выше, чем в стандартном HD. Ну, это нормально. Так, а что тут по секретам? Еще какие-то два секрета, про которые я что-то не знаю.
Сейчас выйдет. Вы только взгляните, здоровенный зумбул с двумя гранатометами. Эй, ты, наверное, тупорылый, как обезьяна, и проживаешься в какой-нибудь помойке, да? И это все? А получше бы адаптировать не смогли? Ну, все. На этом конец карты первой. А, вчера сегодня. По отдельно надо запускать постоянно. Да. Я думал, целый гигабайт прошли, блин. Не, это тут их 4. Дальше идет этот самый водопад. Они просто выходили в разное время. И я уже просто в один архив запихал все 4, да и все, нахуй. Типа ремастер. А вот эта карта охуительно сделана. Ну тут уже движок третьего сама. Да, тут уже на этом. Тут уже как бы на шифте можно бегать там. Ну я говорю, третьего. Ну в отличие от второго, тут окружение сделано просто ебически. Максимум, что я могу сюда добавить, вот диалоги из второй части запихать сюда. I hate swim. Терпеть не люблю плавать, что-то такое. Или... Да. Но при этом в первый он спокойненько плавал, блин. Не, так он и тут умеет просто. В речку нельзя было зайти в оригинале. Тут тоже стоит этот блок, типа нельзя. Здесь должны быть эти головастики. Помнишь, зеленые такие. На тарелочку. О! Ты съел гороховый суп. Тоже оригинальный секрет. А что он дает? Ну просто секрет. Ничего особенного не дает, но просто секрет. Понял, я умер. Зеленая хуйня летала. Круглая. И на пришельц. Тоже стандартный секрет. Ну да. А вот двустволка можно, да, поднять. Там этот самая пушка. Только в оригинале там был этот бомба большая. Пушку, кстати. Пушка здесь вообще так-то особо не нужна, но она используется для секрета. Как ее взять? Надо вернуться. Она уже приплыла.
все, короче, и стреляй этой пушкой в рот. Типа не корми обезьяну. А в оригинале там надо было найти вот тут в углу большой банан и кинуть в рот, типа. А здесь просто, ну, видимо, из-за того, что нет механики подъема объекта, сделали вот так. Так вот, даже в третьем такого нет, а во втором есть, бля. Да, там, ну, там и функционировать может с ящиками, знаешь. Да, ну, да, прикольно, да, да. Все равно. Все равно вторая в этом плане топ. И как-то живность какая-то есть, типа, знаешь, типа тут, блядь, то в третьем бегаешь, типа, один. А в роликах только есть кто-то там и все, бля, а так тут просто врагов гасишь, но тут хотя бы эти есть. Мумбавцы, или как эти, синенькие рожи. Угу. Ну, Симба. Симба, да. Типа не чувствуешь себя таким одиноким, короче. Угу. А тут надо будет типа отбиваться, да? Ну да, там типа что-то вроде арены такой маленькой. Деревню защитить. Но этого да. уровня, к сожалению, здесь нету. Поэтому там идет сразу пятый. Ну ты его сейчас узнаешь. Так, что там дальше-то? Сейчас я тут доиграем, пойду поем. Угу. Ой, бля. Еще две карты осталось. Что, у тебя заходит? Или не? А, я думал, ты давай скинешь. Не появилось, а я тебе уже скинул. А. Ну. Шла. О, вот это тоже топчик. Хорошо сделано. Прям. Вот тут уже как ты хочешь. Живность. Ролик был во втором сэме, тоже начинался с этого. Но тут прямо его на движке сделали. Ну и добавили арбузиков, скамеечки. Курочки даже. А, нет, курочки так были. Из CSGO, что ли? Два. Ой, я помню этих собачек. Угу. Здесь только в ящиках ничего не лежит. А, нет, лежит. В некоторых, видимо. Аж арбузику захотелось. Вон арбузик даже лопается красиво. Ну, я помню. Дохли тоже. Он УЗЮ.
А, точно. О-о-о. Прикольно. Если бы были УЗИ с третьим Сэмми, то они выглядели бы примерно так. Ну, конечно, доработанный. На, немножко это... Огонь вылетающий немножко подкатился. Да-да-да. И все. Он слишком долго задерживается. Это типа как клеры, да, получается? Не-не-не, это стандартные. Ну, во втором это были враги основные. Ну, у них поведение похоже. Только они не кидают ничего, просто бегут. Да. Они кусают. О, курочку-то забыли убить. Здесь он. Ой, ебаш. А в оригинале выпадала аптечка на 50. А. Так, тут для ракетницы есть патроны 10. Ух ты, бля. Сейчас должны снайперку вроде дать. О, терминатор, бля. Thank you.
Ой, тут, кстати, 5 этих мишеней на сбить выпадет какая-то хуйня. То ли урон, то ли броня большая. Блять. Так, ну чё, где тут чё есть? А, во. А, у меня закончил. Так, чё, где-то еще одна, блядь, которую не видно. Блять, не помню. Баки, правда, тупые. Что-то бывает, стену урезаются и бегут.
Сюда я помню, что не так резались, блядь. Какая-то херня, типа по метеорит, короче, и это появляется. Они из маски. Маска их выплевывает на доме. Надо маску стрелять или что? Не-не-не. У нее пока не закончатся все. I wish. Show me the way to the imprisoned Simba Shaman. Ah, there he is. В ролике он стоял около фонтана с другой стороны только. А так все тоже повторяется. Заебись сделали. Ну вот, осталось им еще сделать 38 уровней, и Сэм будет второй готов. Рыбачок.